Но вам Валентин Васильевич дала как бы второе дыхание сейчас, да, Василий? Я рок-музыкант, и вообще-то... Известен более на Западе, я знаю, чем в России. Ну, это, кстати, я награжден дипломом, специальным дипломом известнейшей компании Paramount Music за песню «Lady Moonlight», которую исполняют в Америке. Но как рок-музыкант я был очень радикален. «Советская культура», газета такая, да, в 86-м году как бы публиковала список групп, которые надо изничтожить. И вот группу «Век», и тебе, которой я был лидером, поставили на первое место. Я, может быть, даже не заслуженно в плане творчества. А такие известные коллективы, как, допустим, «Зоопарк», там, «Динамик», они как бы уже следом были. Но судьба групп, судьба артиста, она непредсказуема. Кто-то нашел себе покровителей, ну, а нас... И я к чему это говорю, как бы, может, парадоксально покажется, почему я написал песни вот, для Валентины Васильевны, которая работает как бы в другом жанре, да? Вот я так воспитан, что я чту традиции во всем. И в данном случае вот Карина Степановна, Валентина Васильевна, это хорошие традиции наши, российские. И без этого, ну, без корней вообще смысла нет. Жизнь, она без корней, сами знаете, она сохнет. А вы сегодня обещали исполнить нам новую песню с альбома? Я с радостью. Взгляд, летящий в никуда, не означает.